Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Мама на море». Сегодня, как я вам давно обещала, мы наконец-то добрались до государственного ресторана, который находится в районе уже, в Центральном, рядом со старым городом. И здесь вообще великолепный, шикарный вид, посмотрите. Ресторан государственный, то есть он спонсируется администрацией города, поэтому здесь самые обычно приятные цены. Здесь мы заказали с Настей. Настя, вы помните Настю? Да. Мы заказали завтраки отдельные на человека. Есть большой завтрак, мы сегодня решили отдельно заказать, посмотреть, как будет так. Здесь есть площадка детская, поэтому наши кошечки пойдут гулять на площадку. Вот, а мы с прекрасным видом на море и поработаем, да. Принесли наш завтрак, вот так он выглядит. Немножко ожидали побольше еды на завтраке. Ну, сейчас сделаем пару бутербродов с булочками, и будет отлично. Булочка есть темная, есть светлая. Как у тебя? Светлая. Угу. Настя работает. Мы сейчас с Настей продолжим свое путешествие, сегодняшнюю прогулку, пойдем на море с детьми. Хотели сказать по итогу этого кафе. Классный вид, очень, в принципе, приятная обстановка, но нам казалось, что в таком месте государственном за эту цену должно быть завтрак поинтереснее, побогаче, скажем так. Поэтому... Или наоборот, подешевле. Или подешевле, да. Подешевле, да. Потому что, в принципе, как бы завтраки на человека начинаются от 25 лир в сутки, 25-30 и выше. Поэтому мы еще будем ходить по такому парку, еще не раз встречаться и найдем, на самом деле, самое лучшее место. Подберем. Да, по соотношению цена-качество, и обязательно вам об этом расскажем. Мы только что были в кафе вот там вот наверху, где оранжевое сиденье. Это государственное кафе. А здесь вот красивая такая полулагуна, полупещера. Друзья, мы стихийно отправились еще на государственный пляж. Спустились вон с той горы, которая за мной, надеюсь, вам видно. И спустились вниз как раз на государственный пляж. Соответственно, здесь должны быть самые приятные цены. 15 лир стоит лежак, 10 лир стоит зонтик. Мы решили взять только зонтик, потому что лежак нам совсем не нужен с детьми. Будем зонтик с собой носить. Смотрите, здесь тоже можно всякие тосты заказать, всего 10 лир, сигара барек 10 лир, холодный кофе тут есть, саде. В теории это самый идеальный пляж. Именно этот пляж показывали во всех новостях, в турецких, русских, других иностранных. Именно отсюда были сделаны фотографии знаменитых лежаков, обнесенных колышками. Это сейчас, на данный момент, самый образцово-показательный пляж в рамках борьбы с пандемией. В первую очередь здесь разделены потоки людей, которые уходят и заходят на пляж, то есть они ходят по разным дорожкам. Также лежаки расставлены более широко, чем ранее. И сделана зона с колышками для тех, кто хочет отдыхать под зонтиками. Именно так решили использовать эти колышки. При входе на пляж вам дезинфицируют руки и просят одеть маску. Но уже на пляже это условие не соблюдается. Точнее, даже никто об этом не смотрит и не просит этого. То есть знаменитого загара 2020, где у вас на лице должен быть отпечаток маски, в этом году, слава богу, не будет. Это видео? Привет! Привет!